25 августа 2019 год, Харьков, Каскад, ух ты, чуть не рухнул. Да, конечно, не похоже на каскад. Но кто не знает, какой он был, и скучать не будет. О, какая красота какая. Сейчас до нас доплюнут. Да. Ночью по таким ступенькам, конечно, лучше не ходить. Можно не только ступеньки посчитать, но и зубы. Вот он, железнодорожный вокзал. Надо зайти со стороны радуги. Герб Харькова, кадуцы, рог изобилия. День финале и киноконцерт на зал Украины. Так, это на Холодной горе Азарянская церковь.
В общем, из этого здания теперь хороший вид с каскада открывается, только если с бинокулем приходили. Это что ж такое? Да, это дорога 16-этажная, че сколько там она этажная. Даже и то, что было, сожрало. А я раньше смотрел и думал, как местно смотрится вот эта труба. Ну ничего, все познается в сравнении. Теперь на эту трубу внимания не обращаешь. Ладно.